Что ж, мы начинаем заключительную карту в рамках противостояния Best of 3 Mouse Sports Heroic на закрытых квалификациях АЕМ Катавица. И с вами Crystal May плюс Бабам. И мы надеемся, что мы вас еще не сильно задолбали. Я тоже на это сильно надеюсь. И Mouse Sports начинает нас за защиту. Датчане представляют атакующую сторону. Судя по всему, будут пытаться штурмовать зону Б через апартаменты, но Ловел вроде как готов встретить гостей, и плюс у него поддержка в лице Спиди на точке Б имеется. Да, так тем временем Ловел хорошие хедшоты, трипл килла от него, испанец доминирует на этом Б-планте, квадрокилл. Давай эйс, Ловел. Нужен эйс, тиммейты должны дать ему возможность сделать эйс, иначе воуткик. Ну же, эйс, мы ждем эйса, и прыжок и убей. Так, в стиле идет кобры за эйсом, идет, идет. А, нету эйса. Как же так? Вот сейчас обидно было. Да. Обидно было. Я не знаю, зачем он это сделал, почему он решил бороться. Этот килл ничего не решал, но зато вкусняшки. Ладно, херойки, они поставили бомбу. Плюс в карму. Да, плюс в карму. Я не знаю. Сейчас просто Кэдди, оно должно быть плохо от самого себя. Сейчас просто противно должно быть. И у нас арморы. Арморы и теки. Вот такой вот набор. Причем, кстати, арморы не вторые, не считая Валди. И соответственно, с этим все эти фармганы будут ваншотить без особых проблем. Херойки решают, что снова стоит зайти на Б-плент. Хотят еще немножко от Ловела получить. Посмотрим, получится ли у них это. Небольшой дамаг гранатой нанесен, но это не так уж и критично. Так, все в руках Ловела. Даст ли он пробить барону? Но в любом случае, Спиди опять же действует на подстраховке. Чтобы все не так-то просто здесь для датчан. Но ровно такая же тактика, как на пистолетке. Да, только теперь с раскидками еще какими-то. Спиди, соответственно, форсит, пытается раздамажить противника, у него получается выцепить Валди в смоках. Снэппи, как же красиво все было сделано с его стороны. Однако это всего лишь один килл для Heroic, и этого, конечно же, слишком мало. Бомба была поставлена, но, скорее всего, она не будет защищена. Хотя Снэппи ворвался просто на прыжке на Ловела, дальше снес еще и голову Оскара. И вот этот момент от Снэппи может оказаться решающим, но Кэдин решил отдаться. Снэппи остается один против Ника, Ковача и Денниса. И, честно говоря, вот против первого шансов у него практически никаких. И Смоуза берут этот раунд. Да, не сказать, что не без проблем, но все равно форсбай не удался от Heroic. Ну, какой-то дамаг нанесен, лучше, чем никакой. Плюс бомбу установили, но, опять же, Ренор. Потенциальный у нас будут за счет... А, нет, вру, 2-0, конечно же, извините. Облажался, можете смело меня кикнуть, но... Да нет, сейчас но... 3-0 будет. Все в порядке. Они просто... Думаешь, это был сигнал? Я думаю, что это был сигнал к экономическому от Heroic, то есть они все равно будут покупать только недевайсные, точнее, недефолтные пистолеты. И Мауза, в свою очередь, конечно же, должна отразить любые подобные атаки, особенно если брать то, что только один смог у атаки имеется, и Heroic ничего не смогут сделать на апленте. Впервые на этой карте датчане попробуют свои силы в зоне А. Трое через ковры и двое через яму будут пытаться атаковать, но Нику как-то легко забирает Валды. А атака даже не началась. Откидывается молотов ответный от Денниса, пытаются они зонировать противника. И Ника, но не Ковач. Хотя, опять же, был бы этот выстрел в голову, то, наверное, это было бы стиль Ковача от Ника. Ковач как раз-таки сносит снайпи. До свидания на Кейдена, до свидания Моди. Ника остается один. Какие хэдшоты, мать моя женщина, куда я попала вообще? И это М-ка еще в руках Ника может сыграть. Он все-таки достает дезерты. Говорит, а че М-ку-то не достанешь, друг мой? М-ку-то надо достать. Причем он попытался фейкануть, думал, что противники рядом, но не тут-то было. Все еще очень сильно боится он здесь действовать именно из-под плента. Ну, в конце концов, конечно, он дождется, когда Муза его все-таки будут пикать. Невероятный хэт-трик, как из пулемета отстрелял своих оппонентов Нико, и при этом остался в живых с полным уровнем жизни, и по-прежнему пытается отстрелить с диглом, и еще один фраг, но эйза не видать. 4 фрага, но оказалось этого недостаточно, чтобы выиграть раунд, и 3-0. Но это более чем достаточно, чтобы выбить экономику у Музов. Да, в следующем раунде у них будет бай, но они на грани экономической катастрофы, потому что они потеряли 4 девайса на антиэкономическом раунде. И Ника, конечно, просто красавчик здесь. И самое главное, что это не Ковач. От Ковача мы подобное ожидаем.
от Ковача мы привыкли видеть подобные мувы, но Ника, очень-очень молодой датчанин, сейчас показывает нам экстраординарный уровень стрельбы с пистолета. И да, не получается вытащить раунд, но это все равно было очень-очень круто. Так, балетку острили Кэддину с ВП. Оскар промахнулся. Ну как, промахнулся и попал одновременно. Мог бы убить, но не получилось сделать пиков. Ну вот это обидно. То есть вроде все сделал правильно, и не твоя вина, что здесь нет фрага в данной ситуации. Однако в любом случае лучше, чем ничего по итогам перестрелки для Оскара. Но все же все шансы на выигрыш раунда у датчан по-прежнему в силе. Денис пушит ямку. Пока что не находит ничего, кроме информации, достаточно полезной для Моуспорта, что никто не направляется в сторону Апланта. Ника Ковач продолжает демонстрировать нам контроль андерграунда. Никаких раскидок, контрраскидок от Моузов пока что не последовало, однако Ник уже успел отдаться на миде. И вот этот минус сейчас будет краеугольным камнем, вполне возможно. Если зачекают Ловела, зачекали Ловела, Ловел погиб. Ник Ковач также умирает на миде, и теперь у Моузов серьезные проблемы. Оскар передвигается в сторону Б-планта. Если Хероики сейчас попробуют обмануть и, например, переориентировать на А, то это было бы шикарным решением. Но и этого не надо, потому что Спиди получает маслину от снайпе заходящего с ЗЗ. Сам же Оскар погибает с ВП на апартаментах, и Денис теперь один. Денис один, и это проблема, которую он должен решить в виде трех человек против него. Их зовут Кэддин, Моди и Снэппи. И теперь уже Денис, минус один. Минус второй будет? Нет, он не просмотрел минивэн. Сумасшедшая ошибка совершенно от Дениса, хотя он мог с ней завести ситуацию один в один, потому что на размен игрок на ЗЗ не выходил. Ну, на самом деле, Денис не решился на сейв за счет своей позиции. То есть он был в апартаментах, и оппоненты просто его не ждали оттуда. И понимая это, он решился на атаку против троих игроков. И, в принципе, он слишком рано убил того, кто находился под окнами. Надо было все-таки оставить его и пытаться выцепить кого-то другого. И затем же вернуться к тому. Но, в любом случае, не получилось. Хорошая попытка, но нет. Решение от Моузов сейчас закупаться очень-очень спорное. Я думаю, ты со мной согласишься, Рахим. Они реально серьезнейшим образом рискуют именно выйти на экономический следующий и, естественно, дать возможность Хероикам выровнять счет до 3-3. Вот сейчас вспоминается игра против Натиков, и, по-моему, опять же на Мираже. Моуспортс прекрасно с ними справлялись, имея на руках тяжелые пушки, там, АВПшка, М4 и прочее, но совершенно проигрывали в легкую, имея на руках форсбай, или там пистолеты, скауты и прочее. И здесь аналогично, вместо того, чтобы все-таки сэкономить, засейвить и играть с более-менее равными шансами в плане оружия, они опять форсят и тем самым загоняют себя в некую экономическую яму. Оскар на дальней дистанции получает достаточно малое количество дэмэджа, сможет унести этот скаут на следующий раунд вместе с ЦЗ-шкой. Я так понимаю, что кому-то, кстати, я увидел один комментарий, что кому-то не нравится слово ЦЗ, как вам нравится больше, чешское, пистолет скорострельный, СИЗЭТ. СИЗЭТ, кстати, наверное, более правильное название, если брать именно английский. И ЧИЗЭТ, если брать чешский, наверное. Ты по-чешски что-нибудь шпрехаешь? Нет, я только знаю Тучкову пиццу. Как ты знаешь? На этом мои познания Чехии заканчиваются. Окей. Денис Сакар. Но я называюсь СИЗЭТ. Если кому-то интересно, я говорю СИЗЭТ по привычке. Ну, звучит неплохо. Звучит достаточно как-то благородно даже, можно так назвать. Кстати, ЦЗ-шка отлетает к Лоулу, и калаш будет у Дениса. Этот только... Эти девайсы имеются на руках у Моуспортс в этом раунде. Форсбай. Форсбай сомнительный. Это как минимум. И сейчас он приносит свои плоды. Сейчас Хероики должны просто выйти на 3-3. Временную ничью. И дальше уже из-под этого счета можно играть. Особенно если брать, что Хероики на слабой стороне. Им, соответственно, 5 раундов более чем хватит для того, чтобы дальше сражаться на второй части этой карты. Кэддин сносит Дениса. Тот попробовал пропушить яму. Пока что не очень удачно действует защита. То же самое касается Ковача, который думал реализовать свой калаш на верхних коврах. Но не тут-то было. Ему лицо тоже начистили. По одному выщелкивают своих оппонентов датчане. Сделали, обеспечили себе комфортное преимущество. Ну, Спиди здесь зазюсил Нико. И остается Ловел один против четверых. Имея на руках СИЗЭТ. И посмотрим, будет ли с этого какой-либо профит. Ну, в принципе, неплохая у него позиция по ловле тех, кто уходит на откат, на сейв. Но, к сожалению, не в его направлении. Да, на откате они уйдут на Дельпан сейчас. И Лол, соответственно, никого не сможет здесь выцепить.
Хотя было бы приятно. Замечу, что херойки продолжают сканировать местность у апплента, чтобы не дать противнику вдруг случайно раздефузить бомбу. Я помню снексовский мув Virtus.pro, когда играла на Мираже против, не помню уже кого, на лане, где Снекс остался 1 в 5 и просто-напросто пробежал по коннектору. Его никто не чекнул, он раздефузил бомбу в соляную. И это было, конечно, супер обидный раунд для противников Virtus.pro. Но тут другое дело. Херойки уверенно забирает этот. И сейчас наступает второй девайс на первой половине до Миража. Вот теперь все самое интересное у нас должно быть. Полный фарш у обеих сторон. Ну, нет раскидок у Оскара, но это не так критично, учитывая его роль, роль снайпера. Что ж, 2-1-2, достаточно дефолтный сплит. И, судя по всему, достаточно быстрый раунд будет в исполнении датчан. Хотя нет, перетяжка в исполнении Кэддиана, уходит он, скорее всего, на центр и будет пытаться пикать там. Казалось, что будет относительно быстрая атака, но нет, в итоге заняли позиции. Теперь будут ждать, когда подтянутся Снэппи и Кэддиан, чтобы они подключились к атаке. Через метро будет идти Кэддиан. Нет, уходит в апартамент, там он будет сначала пикать. При этом у Ника позиция для поджима андерграунда, он уже вовсю по ней идет. И если словит тайминг, то может убить люркера команды Heroic. В свою очередь, Деннис, он один на апленте. Это вообще единственный опорник, который здесь на точке присутствует. При этом все остальные его тиммейты достаточно далеко для того, чтобы быстро перетянуться и помочь своему дефенсеру аплента. И Heroic'и как-то медлят. Медлят со своим выходом, у них есть фуловые раскидки, скорее всего, это будет экзекуция именно А-точки, они все подготовлены. Да, вот они полетели смоки, полетели флешки. Деннис говорит своим тиммейтам: парни, быстренько тихайте сюда, хлопцы, но походу не успеют ему помочь, а Деннис сам просто сидит в смоках, его никто не зачекал, все еще у него шикарнейшая возможность отразить подобную атаку. Heroic'ов Кэддиан уже сносит Оскара. И Денниса все еще не прочекали под этими коврами. Как же Деннис сейчас козырно прячется. И да, бомба была поставлена игроками зданий. Деннис пушит, но не смог резовать свою позиционку. Ловел отвечает на снэпе, но это единственный килл, который удается сделать в этом ретейке. Спиди падает, и Валди оформляет даблкил в этом раунде. Heroic'и с легкостью уничтожают оппонентов. Ну, Деннис на самом деле был бы рад подключиться к войне и помочь своим тиммейтам, но вокруг был дым, и он включил режим «Ежик в тумане» и просто ничего не мог сделать. Он просто был в темноте, в дыму и абсолютно не мог ничем помочь своей команде. И, к сожалению, так сложились обстоятельства, что когда дым рассеялся, оппонентов, собственно, и не осталось на открытых позициях. И в итоге это все обернулось плачевно для Денниса лично, ну и для всей команды в целом. По поводу, кстати, качества звука, друзья, чтобы его услышать, идите на основной стрим Рухаба, там у нас работают люди со студии, с профессиональной, а здесь на втором канале мы домашние мышки, соответственно, бабам мы слышим через скайп, поэтому качество все не идеальное, ну и моего тоже голоса тут все не так хорошо. Модя приходит, откидывает. Не, ну надо сказать, что некоторым нравится хоум-видео, опять же, да, непрофессиональное такое, поэтому дело вкуса. Но я хочу сказать, что мы буквально за несколько минут до стрима смогли сконнектиться и через скайп, и поэтому качество достаточно плохое. И это в первую очередь моя вина, но, увы, у меня не было возможности, не было времени на настройку звука через Discord и прочее. За это приношу извинения. Снэппи. Больше ничего добавить не могу. Стрельба от Снэппи как же жестко затопил этот парниша Сузихи. Лол вместе со Спиди остается вдвоем. Спиди похоронил своего товарища, пошел разменивать. Разменял, кстати, достаточно удачно. Проблема лишь в том, что время тикает, диффузов нету. Спиди надо уносить свои ноги и вместе с ней калаш. Но у него это не удается. Heroic'и берут очередной раунд. И что у нас тут по голде? Мауза будут закупаться очень-очень серьезно. Сейчас у них имеется АВП, у них имеются фолловые раскидки плюс 3 диффуз кита. Heroic'и, в свою очередь, тоже имеют возможности за счет того, что они брали раунды. Все последние 5 штук. И Мауза никак не могут найти тот самый ответ, тот самый ключ для того, чтобы остановить атаку Heroic. Все их идут и падают один за другим. И апплент остается большой бесконечной дырой. Оскар находит open kill на снэпе на меди. Так, хорошее начало дня, на хорошее начало раунда здесь для Mousesports. Возможно, он позволит им прервать эту серию побед в пользу датчан. 5 раундов подряд, напомню, они выиграли. И, собственно, Mousesports как бы надо что-то делать со всем этим. И хороший задел благодаря Оскару они имеют именно в этом раунде. И отличные шансы на победу. Однако еще 4 датчан живы, и у них свои идеи насчет результата этого раунда. Деннис.
Смотрит выход от Валт, и здесь лежит смог. Теннис теперь не может собрать никакой информации. Ответный молотов от него, еще один молотов под него в свою очередь. И Хероики продолжают свою атаку через А-точку, точнее на А-точку через яму апартаменты, точнее Пелос и одновременно коннектор Валди. Находит свой фраг на Денниса, и Оскар должен знать, что тот находится в ниндже и делает все гуче. Хероики остаются в меньшинстве, Кейдин вместе с Моди и Ника попробуют что-то здесь продемонстрировать, пока что... Никаких опенов не находят. Есть контроль над мидом, есть контроль над джанглом. Но Ковач кладет последние надежды Хероик в этом раунде на лопатке. Сам же Ника выходит в сторону Оскара. Увидел его на дельпе, не прочекал. Мог бы, кстати, не прочекать и получить спину. И теперь возвращает хоть какие-то надежды для Хероик в этом раунде на Бэплэнд. Постепенно выдвигается атака Ника. Стреливает Ловла. И вот теперь уже можно ставить бомбу. Ну, Нико сделал все отлично, сыграл роль шеф-повара через кухню, однако надо было добивать еще одного. Бомба установлена, как бы можно сказать, что бонусные деньги за счет этого, однако у датчан денежный запас настолько внушительный, что это не было особо принципиальным. Но Mousesports все-таки прервали гегемонию датчан в последних 5 раундах, выиграли и в первую очередь благодаря дублю Оскара в самом начале. Да, так оно и есть. В меньшинстве довольно сложно отыгрывать. И Оскар, он тоже дал open kill, дальше продолжил контролить middle. И мы видели, что несмотря на фейк Валди, выйти дальше Хероикам, кроме как поставить бомбу, не удалось. И сейчас ВП снова Кэдин в руке. В ответ у Маузов остается у Оскара. Снайперская винтовка, правда, без раскидок. Это, конечно, немножко печально, но не особо проблематично. Хероики выстраиваются в рядок для того, чтобы делать дефолтный раскид на апленд, а тем временем аркада от защиты в виде Денниса вместе со Спиди они прорвали здесь верхний мидл, но пока особо далеко не собираются выходить. Но это уже очень много информации для игроков защиты, что на миде никакого присутствия противника нету. Ник тем временем решает отыграть от позиции нижних ковров. Так, ждем, посмотрим, как на это рассказать. Кстати, Ник, походу, поменялся местами с Денисом. Денис здесь отыгрывал несколько раундов, но у него не особо получалось, возможно. Или же просто исходили из точки спауна. Здесь сложно сказать, но посмотрим, как сыграет на этой позиции Нику. Атин он играет, а Кэдин оформляет. Как же долго пытался отаимить Ника Ковач противника. Ты видел, как он вел прицел, в конце концов даже не выстрелил ни одного патрона. А это редкость для Ника Ковача. Деннис отвечает на Валде, будет поставлена бомба. Хероики контролят Дельпен, Хероики контролят сейчас яму. Пелос, все, не считая коннектора и джангла, на Мауза уже не пойдут. Они будут сейвить два девайса. Так, на сейв уходят, понятное дело. Ну, что делать Mousesports? В первую очередь надо подумать о том, как усилить точку А. Все-таки большое количество раундов они проигрывают именно в этой части карты. На Б у них более-менее все проходит. Центр они при желании успешно контролируют. А вот штурмы через яму они как-то не выдерживают. И, возможно, следует включить некую аркаду, либо же просто усилить или добавить игроков туда. Однако перестановка, просто смена позиций не помогает. То есть они просто заменили Нику, убрали Денниса на другую точку, однако это не сработало. И вообще, Mousesports, если я говорю о предыдущих играх, вспоминаю, что они использовали очень большое количество защитных точек. То есть у них большое количество вариантов защиты на бомб-зонах, и, возможно, им следует как раз провести ротацию и что-то сделать. Я думаю, датчане вновь продолжат давить, абьюзить именно точку А, но похоже, что нет. Все-таки уходят на Б, понимая, что будет усиление, возможно, будет усиление точки А со стороны Mousesports в том числе, и... Быстрая атака, что ли? Да, реально это быстрая атака. Лоул готов к этому или нет? Да, он не смог, соответственно, противник туда либо не пойдет, либо будет очень жестко рисковать. Хаешка сверху. Хероики остановились в развитии своей атаки. И вполне возможно, что переориентирует ее в сторону андерграунда, выйдут на мидл, и тогда можно будет выходить что на А, что на Б. В свою очередь, у них уже под контролем верхний мид от Снэпи. Тот сидит на шведском стульчике. Спиди вместе с Лоулом ждут, когда же на Б придут парни из атаки. Вот он, молотов. Первая весточка прилетает на бэплайн. Спиди от плента работает. Потерял своего второго опорника. Спиди теряет и через собственную жизнь. Боди, как же открывая здесь людей, разрывая их на части. Ника Теннисом понимает, что они полностью вне позиции. Бэплайнт утерян. Бомба поставлена. Хероики берут и этот раунд. И 7 раундов на атаке для датчан — это просто подарок. Ну, а Нику не ждал, что Снэпи уже перед ним появится. Ну что, Деннис, в принципе, может сохранить, конечно, свой MP9, но дорогого ли это стоит? Хотя по деньгам ситуация полный швах у Mousesports, и, как говорится, на безрыбье и журавль молоток.
Ну, у него на безрыбье ядовитый дротик, понимаешь? Рубиновый ядовитый дротик. Это надо сейвить. Вот. Надо сейвить, по крайней мере, может расшарить. Плюс у него броня есть. Ну и смок, в крайнем случае, если сильно психануть, можно и смоком убить. А теперь вспоминаем игру на Дасте, Мауза и Зевин. Ну, опять же, да, Даст это не Мираж, хотя, конечно, Мауза могут здесь на атаке. Вообще, в принципе, одна из их любимых карт. Особенно, когда у них был Крис Джей, я всегда вспоминаю именно его на дефенсе. Сумасшедшая совершенно турельная снайперская винтовка. Многие, конечно, скажут, что Оскар сильнее, но по-разному. По-разному эти снайперы себя реализуют в составах, и мало того, как вы понимаете, синергия внутри коллектива с Крисом Джеем была больше, то есть сейчас только к Оскару снова приходится притираться. Что касается хероиков, у них тоже одна замена, тоже снайпер, кстати, это Кэдин, который играл за Рогов, и мне реально очень интересно, это стенд-ин или это уже официальное изменение, и кто тогда у Рогов играет вместо Кэдина? Потому что Кэдин, по-моему, еще... Да, он капитаном был, соответственно, он был ингейм-лидером, поэтому тут вопрос. Может, у кого-то есть инфа по этому поводу? Нет, там однозначно он перешел, точно, и перешел. Какая-то перестановка была, да, я не помню, ушел. Кто именно пришел в состав Рога, но если очень надо, я могу, конечно, нагуглить, иначе зачем меня сегодня пригласили, как бы, да. Сейчас я скажу. Ну, второму кастеру, да, попроще это делать. Это факт. Ну, будем считать так. Сейчас я... Так... Значит, они, датчане отправили Фриза, ну, герои отправили Фриза на скамейку запасных, пригласили Кэдиана. Угу. Опа, и он будет стендином. Пока что неофициально Кэдиан пригласился. Пригласили, то есть он пока стендин. Ну есть... может, так останется. Да. Ну, в общем, на один турнир пока. Тут вопрос в том, что если у них уже есть ингейм-лидер, то Кэдиан теряет часть своего потенциала, потому что он же какое-то время был комментатором-аналитиком, именно поэтому он стал в Рогах ингейм-лидером, потому что он получил опыт просмотра игр с третьей стороны, да, и мог насладиться процессом, как вот мы сейчас знаем Пайкат, например, если вы смотрите на видоту, то Пайкат тоже долгое время был тренером DC-коллектива и пришел сейчас именно драфтером-стратегом быть. То есть такие вещи, опыт именно просмотра игр с третьей стороны, он очень-очень большой. И если вы отказываетесь от карьеры игрока на какое-то время, это потом помогает. И сейчас, если он возвращается, точнее, приходит в Heroic, и если он не ингейм-лидер, то он теряет часть своего рабочего потенциала. А вот что касается Рогов, я вообще не представляю, как они без Кэдина будут играть, без своего мейн ингейм-лидера, и кого они на его место возьмут. Если у кого-то есть информация по этому поводу, я бы попросил вас написать. Оскар на дальней дистанции, Свисп попытался что-то продемонстрировать, у него пока что ничего не вышло, 87 хп оставил Ника, но это все. И Муза, скорее всего, будет делать рефраунд моде, пришел, и Дэнис реализовал единственный свой дротик. Так, и обзавелся калашом. Кстати, неплохо было бы передать свой дротик тиммейту. Да, он, собственно, уже это сделал, Спиди, им обзавелся. И смотрите, какой пик! Нико волшебным образом минуснул Валде во дворце. Ну, или на коврах, кому как удобнее. Оскар, будет ли подлов? Ждет. Ну, переждал, по-моему, и все равно добивает. Ой, это было красиво. Я смело можете писать латиницей красиво в чате. Можно, ну, и не латиницы, можно и на грузинском. Это не проблема. Главный вопрос в другом. Что вообще с хероиками случилось сейчас? Почему они просто не чекали позиции на апленте, дав Оскару такую возможность? Да мало того, я не говорю про дротик Денниса, который был реализован на андерграунде. Совершенно не ожидал этого люркер команды на бэпленте. Ладно, давайте посмотрим, что тут коуч будет делать. Сейчас уже девайсы на девайсы. АВП у Кэдина, АВП у Оскара. Где он его поставил? Он его поставил на миде. Это, кстати, поджим от коуча. Муза уже такое делали, и Муза в том раунде, где поджимали дабло и мидл, Деннис и Спиди этим занимались, они проигрывали раунд, потому что они отдавали аплэнд. Хероики, в свою очередь, сейчас оставили одного на возможные поджимы на миде, это Снэппи, двойку поставили на яме, еще один будет игрок на андерграунде, так что хероики выглядят так, что это будет заход на аплэнд с поджимом с коннектора, с выходом на нижний с андерграунда и на верхний мид просто с деспауна. Вообще, расклад с двумя снайперами. Это, конечно, интересно, как сработает. Снэппи промахивается, хотя должен был забирать по центру. И даже не нанес какой-либо дамаг. Но вот проблема двух снайперов в том, что, ну, в первую очередь, это рискованные денежные вложения. И очень сложно штурмовать. Пикать, да, удобнее. Но вот если идешь непосредственно на штурм, здесь два снайпера, конечно, пользы особо не принесут. И посмотрим, как этот оружейный сет сработает для датчан в этом раунде. А 40 секунд остается, и пора что-то делать, собственно.
Да, очень-очень долгое время херойки стояли просто на пятых точках, поэтому потеряли нереальное количество времени. Тиника откинул смог на молота, в котором подожгли спинку. И да, это будет full 5-man выход на апленд, причем 1-by-1 по факту. Квалди сейчас, который открывался на коннектор, никто не придет на размен. И это очень большая ошибка от датчан. Захотел юлосвек устроить Валди, но не получилось. Денис тем временем подпушивает на шифте дефолт. И там же получает пулю от Снейпи. Вот как раз таки на такие маневры был рассчитан дабл АВП сет. Но это пока не точно, потому что бомба не была поставлена. Вот теперь поставлена 6 секунде. Ника пытается отспрейить кого-то при помощи выхода с главки. Оскар на Дельпане нашел Снэппи. Но все еще у Херойка в достаточно симпатичной позиции есть Пэлас от того же самого Ника. Моди стоит меж главок. Он ближе всего выходит на колл дистанцию к Ника. Ковычу, Ковыч с ним справляется. Как же так, Моди? Как же так, Ника? Как же так, Эдин? В общем, все как же так случилось. И Моуза не потеряли ни одного человека, не считая Денниса, если считать его за... Ну ладно, неважно. Херойки потеряли раунд, в принципе, два подряд. Да. В принципе, нельзя сказать, что датчане допустили какие-то грубые ошибки. Тут, скорее всего, Mousesports сыграли на высоте. Не было позиционных грубых ошибок в исполнении датчан, по крайней мере, я их не заметил. А вот Mousesports сыграли просто не то чтобы великолепно, но весьма впечатляюще, продемонстрировав синхронность своих действий, эти пики, и как бы два снайпера особо не помогли. Хотя Снэппи старался как мог. Согласен с тобой, реально парень врывался. Но Валди, вот этот соло-выход на коннектор, тот самый open kill, который Херойки потеряли. Совсем-совсем непонятно мне его действие здесь. Но опять же, если мне непонятно, это еще ничего не значит. Наверное, у Херойка все-таки была какая-то глубинная задумка. Трипла сейчас от Mousesports на ЗЗ. Ну, один из опорников Б, Спиди, отправился на кухню готовить там ужин. Ника тем временем собирается вместе с Моди атаковать А-точку. Херойки почему-то вот очень мало агрессии производят именно по миду, хотя мы прекрасно знаем, что на Мираже мид является ключом к карте D-Mirage и возможностям очень-очень большим к разнообразию и гибкости атак. Но Херойки снова собирается у ямы и снова собирается выходить 3-1 сплитом в А-точку, при этом никакого коннектора, никакого поджима с мида не будет. Но это свойственно героям, это их тактика, что они предпочитают сфокусироваться на одном направлении и использовать преимущество в количестве стволов на квадратный метр атакуемый. Так вот, конечно, многие команды предпочитают через центр распределиться с разных направлений, а вот датчан это особо было четко видно на DAS-2. Они предпочитают все-таки штурмовать всей толпой, и, как мы видим, в этот раз относительно успешно, хотя Нику минуснул Нику, и теперь уже не так весело, хотя Снэппи возвращает нам статус-кво. Снэппи снова ошибается в той же самой позиции, его с точно такого же Дельпина, как и в предыдущем раунде, убивают, и это не при что вообще сейчас произошло. От Кэдина выстрел смог, Ника пошел его пушить с калаша, намного проще было сыграть, Кэдин ошибается в стрельбе, но не вышло, хладнокровно отыграть, время-то но самое есть, главное время, есть? Время нету, Ковыч сорвется, бабам, я не сдержался. Бабам, я как в зеркало гляжу. Да, именно, но это дань уважения. Спасибо, Растроган. Блин, Строганова захотелось теперь. Итак, 8-6. 8-6, последний раунд. Да. Оскар с АВП. Остальные у нас штурмовыми винтовками. Опять же, диффузов практически нет, только у Оскара одного есть. И калаши, в свою очередь, у героя без снайперской винтовки. На самом деле, все-таки, наверное, стоило пытаться дефьюзить до конца. То есть да. Ты понимал, что тебе уже не убежать, ты умрешь в любом случае. Но как-то вдруг произошло бы чудо, и там за долю секунды бы все-таки раздефьюзил. Кэдин, конечно, своим выстрелом смог халявным просто выиграл раунд своему коллективу в лоуэлл. Отвечает на Валде, тот смог справиться со спиди. Оскар как же словил на полете Кэдина. Все-таки, Кэдин, ты не птица, ты гусь, мой друг, и не летаешь. А Снэппи или гуси летают? Черт, я не знаю. Оскар падает замертво на планете. А вот сейчас всем гусям стало обидно, а их ведь часто запускают работяги. Окей. Ну, у нас, кстати, забанят, поэтому все в порядке. Ковач на ЗЗшке вышел. Ника с 9 хп против Ника. Какой Ника сильнее, друзья? Троечку, если вы за босницы, четверочку, если вы за датчанина. Ха! Легко, говорит Ника. Ой-ой-ой-ой. Ну, тут на всякий случай надо зарепортить. Просто на всякий случай надо зарепортить. Да уж, тяжело. Тяжело такие вещи отдавать. Согласись, то, что вот предыдущий раунд Кэдин вышел.
Ник один взял на халяву, потому что выстрелил смог и попал. Сейчас то же самое произошло, только наоборот. Поэтому удача поворачивается из раунда в раунд в разные стороны. Эх, гуси-гуси. Карма доказана, да, существование кармы доказано. Прямо на ваших глазах. Раундом ранее, и у нас небольшая пауза за смены сторон. Будем надеяться, достаточно короткая. И в данный момент у кого тут больше шансов? Ну, Мауза будут на атаке. С одной стороны, это слабая сторона. С другой стороны, опять же, на них будет инициатива. И мы вспоминаем Дедаст 2. Но Дедасти они просто уничтожили Хероев, не дав им ни одного раунда, если я не ошибаюсь. На второй половине именно там они были за офенсив. В свою очередь, Хероикам, ну, опять же, ну, надо играть от АВП Гэдиана. И от того, насколько же жестко прет Ника порой. Я имею в виду Ника Датского, конечно. Он показал себя с наилучшей стороны. Самые важнейшие киллы были оформлены им и Валде. Я могу точно сказать, что Mousesports будет фокусироваться на контроле мида. И будут Ника в основном пушить через коннектор на А. Либо же они потом переключаются через парапет на Б. И один через апартаменты, остальные через парапет. Но контроль мида, что мы не видели от датчан, мы увидим обязательно в исполнении Mousesports. Это 100%. Да, именно так. И Ника еще любитель поджимать ЗЗ-шечки. Кстати, Хероики не имеют ни одного опорника на Б-планете. Снэппи вышел на ЗЗ, а спине у него никого нету. Вот это отдача. Но нет, Ника пришел на китчен. Будет, соответственно, ждать парней из апартаментов. Но был определенный тайминг, с которым Мауза могли бы выйти вообще без контакта. И, соответственно, не потерять ничего в принципе. И поставить бомбу и уж дальше играть из-под времени. Тем временем Деннис вместе с... Спиди стоят вдвоем на яме. Это что это? Это они фейковать, да, собираются? Или что? Нет, или через метро будет смещение, да, это будет фейк. Вот, опять же, я отмечу, что у датчан совершенно иной стиль игры, и тем интереснее это наблюдать. А вот Mousesports любят с различных направлений атаковать, подлавливать, пытаться брать в клещи. Не всегда это работает, как мы видим на примере фрага. Но я вижу, Деннис просто не фрага. Любит чекать между главья, да, то есть сэндвич он тупо не любит чекать, и это сейчас его подвело, не посмотрел в эту сторону. Никакого сражения через бёрст режим прыгает, падает вниз на него Ника, и как же это, что это вообще за стрельба? Боже, Ника осталось 8 хп, хотя, опять же, у игрока на винду было сумасшедшее преимущество, бомба была поставлена на Б-планте, Спиди тем временем откидывает Валди, потому что у него была информация о том, что он между главье и Оскар на китчене против моди. О, это легко было, это было слишком легко для Оскара. Итак, ну, опять сыграла тактика, просто тактически в первую очередь сейчас Mousesports переиграли своих оппонентов. Слишком рано стали датчане смещаться в точку А, думая, что основная атака в этом направлении, хотя это был явный фейк. Ну, не явный фейк, его действительно было тяжело определить, однако не увидели бомбу и все равно стали смещаться всей толпой, освободив точку Б, и далее уже стали проигрывать дуэли непосредственно. То есть тактика Mousesports подразумевала как минимум установку бомбы. То есть они могли ее установить в любом случае. И более того, выиграли раунды. Тактически есть выигрыш в исполнении Mousesports. Что будет на форсах, мы сейчас узнаем. Дабл скаут. Интересное решение от Хероик. Не дефолтная тема. Но опять же, Валди уже получает достаточно много дэмэдж. Здесь хп у него остается. Мы видим то, что Mousesports решили перебежать с мида на А-плент. Здесь целых три опорника. Видите, Кейден, Ника и Валди. Соответственно, Снэппи, его скаут еще стоит на ЗЗ, с которого он тоже может помочь своим тиммейтам на А-точке, если мы забудем заходить и ставить здесь бомбы. Раскидок достаточно большое количество. У мышек, в свою очередь, у Хероиков вообще ничего нет, поэтому героических контр-раскидок мы не увидим. Оскар начинает с смоков, все как обычно. Один смок на дельпа, другой смок на главку, и полетели, побежали уничтожать людей. Но тут типичная анти-эко-тактика в исполнении Mousesports. Держится близко друг к другу, чтобы не дать возможности забрать пушку в случае убийства тиммейта или кого-либо из игроков. И за счет этого, в принципе, как видишь, они убили Нику, но вот подобрать его пушку нет возможности. То есть Mousesports опять тактически играет достаточно грамотно, учитывая оппонента, учитывая и денежное состояние оппонента, и оружейное, и прочее-прочее. То есть пока претензий в плане тактики к Mousesports у меня минимум. Точнее, согласен. Ноль. Да, ноль тут вопросов. Ну, это все еще продолжение вот этого Dedaust 2, да, на оверпассе мы не увидели большое количество грамотных тактических задумок, но явно видно, что у Маузов, что Dedaust 2 наигран, что Демираж, тем самым им будет намного сложнее на следующем патче играть, где Dedaust 2, напоминаю, не будет. Хотя, опять же, коллективы, которые лишатся Dedaust 2, могут продолжить играть на ДКШ, который достаточно
похож по стилю игры и тактическим раскладам. Ну и плюс, да, The Inferno. Многие коллективы раньше его обожали играть. Я очень сильно надеюсь, что он именно стратегически изменится, потому что предыдущая вариация The Inferno — это просто мрак. Все команды играли один и тот же вариант раунда на атаке. Это выход на мидл. Если не получается какой-то пиков сделать в районе апплента, то сразу же перебежка в районе банана и выход на бэплент, где меньше противников по дефолту стояло. И так раунд в раунд, раунд в раунд. И, честно говоря, как комментатору, я понимаю, что вы, друзья, как зрители, можете в любой момент отключиться, в любой момент пойти заняться там своими делами или попить чайку, пропустить какие-нибудь экономические раунды. Но вот как комментаторам, как игрокам, я не сомневаюсь, что кого-то уже кому-то уже понадоело смотреть тот самый The Inferno, и сейчас обновленный будет интересно посмотреть, изменится ли. Ну, ждем, верим, любим. А что мне еще сказать? Как бы все. Здесь у нас идет перетяжка на точку А. Два скаута, кстати, были по началу датчан. Это не было полное эко за счет сейва с раунда предыдущего. Но, как мы видим, пока Mousesports, все игроки живы. Денис, Дениска слегка покоцан. Но главное жить. Так. Раскидочки полетели на А-точку. Здесь у нас имеется колл-дистанция Моди. С ним разговор был бы недолгий, но он сумел срубить Дениса. Правда, это все, что он сумел в этом раунде. Дальше он, соответственно, упал. Ника сидит на искре. На искре его точно так же сносит, как и Кэдина, который пытался при помощи скаута кого-нибудь здесь умертвить. Не получилось. Валде на КТ-спауне один-одинешенек. И, ну, сейвить этот скаут не имеет особого большого смысла. Попытка убить Ника. Но Коучу убежал. Причем упрыгал, я бы сказал. Ника кролич. И это 8, соответственно, 10. Херойки, в свою очередь, сейчас будут делать первый девайсный раунд. Первый девайсный, он самый важный, ну, с точки зрения психологии. И Кэдин будет без брони, но для снайпера это не так критично. Все-таки он будет воевать на расстоянии, внушительном. И зачастую одного успешного выстрела будет ему достаточно. Спиди делает ошибочный закуп гранаты, ну или за счет биндов. Но в любом случае это не критично. Денежный запас у Mousesports достаточно солидный. Ну что ж, опять, да, как мы и предполагали, будут брать сразу под контролем центр карты, что они уже успешно сделали. Тем временем другие игроки Mousesports через метро смещаются, чтобы начать контролировать перемычку в том числе. И будем теперь сравнивать, насколько эффективна тактика через контроль мида, нежели то, что нам демонстрировали датчане в первой половине игры. Денис просматривает ЗЗ-шку. Вальдемар стоит у нас на коннекторе. Вполне возможно, именно он будет принимать на свои плечи основную атаку от мышек. И мидл, выход от Лоула и компании Валти через флешечку будет это дело принимать. Открывается? Да, открывается на Дениса. Минус один, но Лоул сразу на размене. Ника должен получить информацию, исчерпывающую по точке джангла. Спиди погибает на апдауне. Ника прошивает смока. Лоул остается с 28 хп. Оскар тем временем выдвигается с ВП против Моди. Стреляться или против Ника? Ника через флеху. Как же он врывается? Оскар его не замечает. Отстрел Оскара. Отстрел Лоула, перемешкнувшись на 180 градусов. И Ника Ковач остался против Ника и компании. Господи, я не могу с этих никнеймов. Все еще, опять же, Ника, который датчанин, оформил квадрокилл в этом раунде за счет сумасшедших совершенно действий. Ну и, конечно, ему помогал здесь Лоул. Точнее, не Лоул, прошу прощения, Валде. Очень-очень неплохо на коннекторе. Хоть и отдался в самом начале, но дал инфу. Муза проигрывает первый раунд на второй половине. Тут была проблема для Mousesports в том, что они отжали центр, но они отжали то, что никто, в принципе, и не защищал. Как правило, когда контролишь центр, за счет давления, за счет пиков, обеспечиваешь себе хоть какое-то преимущество. А так они вынуждены были сместиться в перемычку, не имея какого-либо преимущества, а из перемычки всей толпой сразу и не выйдешь. И, собственно, это обернулось для них проблемой, так как, по сути, они стали воевать один против одного или один против двоих, и это сложилось не самым лучшим образом. Я не понимаю, почему не было подмоги через яму или хотя бы через ковры. Да, ну, да. Какого-то не было дефокуса, сумасшедшее количество пространства у героя было, чтобы действовать по коннектору и принимать его, но что сейчас произошло, тут совсем непонятно. Очень долгое время херойки втроем с Windows, ZZ и одновременно коннектора обороняли мидл и возможные подъезды маузов в сторону апплента, но сейчас они все отдались, и снайпы вместе с Кэдином понимают, что нужно сейвить два девайса. Не очень приятно, не очень приятно, но посмотрим, может быть у Mousesports... Нет, Мауза просто выйдет на А-точку и поставит здесь бомбу. Что касается, кстати, Рухаба и принятия у нас Бабама в наши ряды, это, конечно, все фейки, друзья. Это наш гость, и я надеюсь, что на другие отборочные тоже мы сможем его к
к нам привлекать и гостить у нас ты будешь почаще. Да, только заранее говорите, чтобы я все чистое надел. Ну, это да, да, конечно. А ты грязным не можешь, да? Ну, как-то неудобно перед зрителями. А, ну ладно. У нас все-таки хорошо, что скайп, поэтому я не могу ничего унюхать. Снайпе против снайпе. До свидания. Еще снайпе против снайпе. Я уже все, я уже съезжаю постепенно с катушек. Снайпе против спиди тут неважный особо килл, потому что не меняет никаким образом расположение сил. Да, херойки все еще сохранили два девайса, но это все, что у них будет на следующий раунд. Могут попробовать зафорсить, какие-то цзехи купить при желании, но я бы на их месте, наверное, сейвил. Сейвил и ставил бы снайпи с кейденом на один плент, желательно на Б, допустим, поставить три пистолета на А, пусть их выбивают, а потом, соответственно, попробовать сделать еще один сейв. В принципе, нормальный вариант. Но также можно попробовать снайпи и одного пистолетчика, чтобы он подобрал кольта в случае чего. То есть, ну, тут разные варианты, но по дефолту здесь не следует играть. И как у нас здесь распределение, кейден на центр. И атака на А через яму и ковры. Опять это анти-эко-тактика. Опять стараются близко друг к другу держаться, чтобы прикрывать, не дать возможности пикнуть пушки. И здесь есть фраг от Моди. Разворотный, чтобы добить еще на перехват. Ну, понимать, что Моди инфу передали друг другу. И он пытается на опережение сыграть, перехватить инициативу, но не получилось. Однако один фраг в копилке Моди уже есть. Ну, и Снайпер подумал, что будет хорошая идея уйти в межголове, но не получилось. Лоу просто сел на голову. Само Лоу 3 хп, он настраивает еще и Волдемара. И вот только что ситуация, которая была достаточно привлекательной для Хероик, оборачивается кошмаром. Единственный плюс, что бомбы еще не поставлены, поэтому часики еще не тикают. Оскара, ВП, Кэдин, ВП, вот у Ника проблемы. Проблемы с девайсом, точнее с ее отсутствием. Кэдин вместе с Ником находится на дальпе, по ним откидывают смог. Опять же, можно через тикетбокс сейчас сыграть. На пусте действует Кэдин. Не получилось. Не получилось по-быстрому флекшотить Оскара. Но и Мауза решает играть более чем глубоко. Да, уходит один лоул на яму. Оскар... Нет пассатижей. Пассатижи у них нет, так что им надо действовать быстрее. Надо к деду зайти, просто в квартиру забрать пассатижи, но нет, не будет тут ничего подобного. Ник просто пошел, отдался, Оскар красиво пикнул, сразу же ушел обратно. За заборчик сейчас байтит полувыпадами, и Кэдин, ясное дело, ничего с этим сделать не сможет. И это 9-12, я что-то совсем уже, да, перешагиваю через следующий раунд. Но опять же, у Херойков будут деньги на следующий раунд, поэтому у нас серьезные шансы на борьбу. Сохраняются. Итак, 12-9. Медленно, но верно все-таки Mousesports пытаются уйти в отрыв. И как бы датчанам... Ну, еще рано все-таки для тайм-аута, потому что раунды, в принципе, даются тяжело Mousesports. Не сказать, что в одни ворота они выносят своего оппонента. Учитывая, что не с полным фаршем играли датчане в раунде предыдущем, они дали настоящий бой. И теперь посмотрим, чем сложится, чем завершится этот полный оружейный раунд. И в случае его проигрыша, я думаю, датчане все-таки возьмут тайм-аут, так как слишком мало раундов останется для Mousesports, чтобы выиграть матч в целом. 4 человека на апленте. Слушай, это серьезнейшее выделение от Хероик. Они как обычно, они сами не играют мидл, и мидл сейчас противодействовать не хотят. В предыдущий раз они попытались втроем зажимать мид с Windows ZZ и коннектора, у них не получилось, поэтому они теперь решили чисто от глубоких позиций сыграть. При этом мы видим то, что Ника чуть ли не сидит на валде, они оба под коврами. И один единственный молотов может их из этой позиции выкурить. С другой стороны, конечно, задумка такая, что одного они прочекают, а второго уже ожидать с этой позиции не будут. Ника приходит сюда с ковров. Валди тем временем принимает из-под них. Ловел падает замертво. Деннис отвечает на Валди. И вот как это и предсказывалось, никакого, точнее, Ника датского никто не будет ждать в этой позиции. Он выходит в спину Деннису, отстреливает. Оскар спрашивает, откуда, блин? Ему говорят, из-под ковров. Но Оскар не успевает среагировать. И до свидания, чех. И, скорее всего, до свидания весь раунд. Если только спид не продемонстрирует там какой-то невероятный скилл на коннекторе. Да, у него получается убить одного, продамаживать второго до 5 хп. Но Снэппи оказался сильнее в этой ситуации. И Ника Ковач спрашивает, что вообще, блин, тут происходит, я пойду разрулю. Но нет, не тут-то было. Снэппи добивает оставшегося противника, и Mousesports теряет этот раунд. Совершенно невероятная игра от Хероик. В этом вопросе дабл ковры сыграли на все 100%. У датчан своего рода нетрадиционные тактики. Ну, я сейчас это вслух сказал. Я имею в виду нестандартные все-таки. Да, ты имел в виду гейские, да, понимаю. Да нет, я в том плане, что они играют так, как от нее не ждут, от команды топ-уровня не ждут. То есть, ну, где еще можно увидеть четверых непосредственно в зоне А в полном с полным оружейным закупом? И Mousesports отталкивались от этого. Ну, мы убили одного, но не может быть там еще кто-то. И уж тем более еще и третий в той точке. То есть, эти нестандартные ходы несколько
обескураживают игроков команды Mousesports, и зачастую они оказываются к этому не готовы. Согласен с тобой, и мне очень нравится то, что сейчас происходит на Демираже. Мы наконец-таки добрались до самого важного момента этого Best of 3 противостояния. Он не заставляет скучать, что самое главное. Мы здесь видим какие-то серьезнейшие перестрелки. Да, всего два раунда Херойки смогли взять на сильной стороне Демиража, что совершенно нелогично. Ну и Муза запотели по-дерзкому. Сейчас начинает свою атаку, как обычно. Заняли апартаменты, собираются выйти наверняка на андерграунд. Попробовать законтролить мидл и посмотреть, что делает Валди. Валдемар вообще в нечитаемой позиции. Ну, то есть, если, конечно, его не чекнут, но у меня очень большие сомнения, что Валде прочекает эту точку. Знаменитая позиция Хонгильдона. Хонгильдона. Пытается подловить. А, и опять я вспомнил шутку. 80-х, ну уж простите. Я просто, я-то хотел бы услышать ее объяснение, потому что я, конечно, ну, не в курсе. Может быть, там есть какой-то смысл, я тогда буду ее использовать. Это знаменитый корейский ушуист. Блин, вот теперь, конечно, все узнают о моем реальном возрасте. Ну ладно, Валде и будет подлавливать. Только им надо побыстрее немножко шевелить батонами. Идет. Уже троих минус нули. И не достался фраг Валде. Вот обидно было. Да, обидно да. было. Халявного фрага для него нет. Боль. Боль, печаль, беда и кровопотеки. Кэдин очень красиво тут отыграл. Даблкил в окна. Ник тоже принял. На все 100%. Такое ощущение, что Муза вообще не пользовались раскидками, но как минимум, если они ими пользовались, то они не достигли своих целей. И Ковач остался соло, 4 секунды у него осталось, чтобы немножко пожить на верхнем миде. И на этом все закончится. Что там по деньгам? Тайм-аут или нет? Я думаю, да, тайм-аут это очень хороший вариант, потому что они 2 раунда уже проигрывают. Хотя можно сейчас сыграть экономически, поговорить во время него, и потом уже можно не брать тайм-аут тогда. То есть иногда надо просто поговорить. Хотя стой, у них ломобот. Если ломобот, ну, конечно, это онлайн, то есть, скорее всего, он все равно с ними сидит в TeamSpeak, но если теоретически говоря, они соблюдают правила, то ломобот сейчас не может с ними общаться, и если они поставят паузу, то он, типа, официально сможет... Но он может подмигнуть, он может подмигнуть. Да. Мы не общались, мы перемигивались. Так, возвращаемся к игре. Один калаш в руках Нико. Теряют они уже Оскара. Валда оформляет дубль. Хотя раунд только начался, печальное начало раунда здесь для Mousesports. Готовы штурмовать оставшиеся игроки немецкой команды, штурмуют на Тетрисе 1. Уходит Сэндвич, не самый удачный флеш от Моди, но он в любом случае, будучи полностью отфлешенным, убивает Денниса. Кэдиан добавляет в копилку датчан еще один фраг, теперь все в руках Нико. Он с самого начала был один с калашом и остался в конце один с калашом. Вот такие вот круговороты судьбы, оформляет первый фраг. Будет ли еще один полностью отфлешен? Ждет. Возможности пикнуть еще кого-либо. Ну, понятное дело, раунд выиграть нереально тяжело, но хотя бы постарайтесь забрать как можно больше. Не удалось. Да, ну и вот он. Счет 12-12, время на ничья. Кодина компания, кстати, обзаводится очень серьезной экономикой. Ее разбить за один, даже, возможно, за два раунда не удастся. Наверное, за два, скорее всего, удастся. Mousesports. В свою очередь с Тэк-9-ом, Ника, два граунда с калашом, а теперь вот с Тэк-9-ом, это говорил круговороты судьбы, видишь, какие они доводят уже до полной бедности. Ну, в принципе, опять же, в Германии это правда странно, а вот в Боснии это совершенно нормальное состояние. Деннис тем временем подпушивает через смок, Моди принимает одного, но его сразу же сбривают здесь на точке, и единственный опорник на апленте погиб. Валди выходит на главку. Здесь против него борются все возможными раскидками во все стороны. Зонирован джангл полностью от начала до конца. Также зонирован, я так понимаю, еще и Дельпан. Да, так оно и происходит. Но Ника спрей двоих через смог. Да? Это через смог же было? Да, это было очень... Не смешно. Знаю, я смотрел, давай поженимся. Извини, там кульминация. Там кульминация. Но кто убил. Кого поженил? Да. Кэдин поженил Оскара сейчас точно на спиде. И у нас Heroic 13-12. Это тотальный разрыв вообще. Ну что интересно, датчане продемонстрировали, что они могут прекрасно защищать бомб-зоны непосредственно. Не только снутри. То есть они стояли на достаточно дефолтных позициях и все так же успешно защищались. Я думаю, здесь уже дело в психологии Mousesports. Им пора все-таки брать тайм-аут и что-то придумать. Согласен с тобой. Здесь нужно как-то даже вздохнуть посвободнее, остановить этот хайп от Heroic. Опять же, паузы там достаточно большие, по минуте берутся. И ну, можно было бы остановить таким образом настрой. Датчан, а вот немцы решают, что нафиг им нужны паузы, им нужны пистолеты в руках, скаут в небе. Оскар? Не. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, такие нельзя, такие промахиваются да. нельзя, и
Моди? Ковальчук от Моди творится, просто тотальный лол отлетает, и это такое вообще изичайшее месилово. Мауспорт идут в кровавую баню, но в ней они хотя бы поставят бомбу. Но опять же, умирать в кровавую бане в C4 хотя бы приятнее, если она тикает. Звук-то хороший. Хотя новый звук, кстати, мне не очень нравится. Я уже, конечно, привык, но вот как ты сравнишься со старым? Ну, я не знаю, у меня нет наушников. А, окей. На самом деле, я особой разницы не чувствую, то есть... Я вынимаю слуховой аппарат, когда наушники надеваю, поэтому особо разницы нет. Хорошо, но главное, что ты хотя бы очки одеваешь, чтобы... Ну, у меня лупа огромная перед монитором, то есть очки неудобно, а вот огромная лупа перед монитором, конечно, самый жир. Ну, отлично. АВП от Оскара. Остальные, естественно, с калашами. Херойки, в свою очередь, все еще имеют фул закуп. У них все просто замечательно. Кстати, они ставят свою снайперскую винтовку на дефенсе на Б-плент. Это первый раз, когда Кейдин приносит сюда ее. Или, может быть, второй. Не знаю, может, я ошибаюсь. И Деннис открывается на андерграунде. Здесь эта 2D-шка от Ника с Валди. Они просто начинают беспричинно спреить в этот смог. И ни по кому не попадают. Опять же, это просто был ВХ, ясное дело. Потому что хотели сбрить вот этот 2D, где Валди стоял и просматривал верхнюю Т-шку. Точнее, верхний мидл. С очень интересной позицией, которая, по-моему, не должна была читаться. Тем временем Снэппи готовит салатик на кухне и ждет, и, скорее всего, встретит гостей. Или будет подлавливать сзади. Несколько аркадная игра майонезом от Снэппи. Майонезом будет закидывать однако... просто. Майонезом закидает, ну, главное, чтобы не измазались. Извините. Так вот, Снэппи инфу передает. Здесь основной плюс даже не в том, что он пикнет, не пикнет, а в том, что он передает инфу, и то, что в апартаментах никого нет, дает пищу для размышлений датчанам, и они могут все-таки сфокусироваться больше на миде и точке А. Лоу, просматриваю здесь смачок. Моди все еще контролит в межголове. Мне как-то что-то так не заезжает от Маузов. 40-я секунда. Я вспоминаю их старые действия, прям как Гобби, когда у них играл. Они тоже любили по флипсайду поугарать по их таймеру. И Деннис выходит первым с коннектора, должен зачекать здесь Дельпана. Умирает Кейдиан. Надо добить Моди. Инфа по нему имеется. Моди падает. И теперь уже Валди пытается сквозь смог проникнуть. Как цепная кошечка на Денниса взлетает. И в ответ Спиди его отстреливает. 2 на 2. Ситуация, в которой Лоу компания поставит бомбу. Однако у Снэппи и Ника шикарная позиционка. Один на коннекторе, другой на Дельпане. Но вот уже Ника пал. И Снэппи теперь один. Ему надо наказывать двоих, чтобы вытаскивать этот раунд. Не получается. Это первый для Мауспорт за последние 5. Боже мой. Да, не дали обзавестись 3 матчпоинтами датчанам, все-таки цепляются, и теперь лишь раунд преимущества у датчан, однако денег достаточно. Спасибо 5 ранее выигранным раундом подряд за это. И тактическая пауза, вот интересно, от кого теперь? Вот тут даже имеет смысл обеим командам брать тайм-аут, то есть тут даже сложно сказать. Вроде бы Мауспортс выиграли, но при этом 14-13, что-то все-таки зыбкий. А датчанам нужно сделать шаг, чтобы обзавестись матчпоинтами, они тоже... праве взять тайм-аут. Ну, интересно. Однако, не принципиально. Обе команды, безусловно, довольны. Да. Вовремя. Вовремя они берут эту паузу. Мы вчера наблюдали, когда команда брала паузу на счете 8-15, по-моему. Вот это, конечно, было совсем не очень. Ну, а сейчас Кейден с ВП. Остальные М4-ми. Что касается Маузов, тут тоже снайперская винтовка будет присутствовать. Предыдущий раунд, конечно, был просто... невероятно плотный, но, как мы понимаем, Херойки, получив 5 раундов подряд, создали для себя очень хорошую подушку безопасности по вопросу денег, а именно мертвых президентов. И этих мертвых президентов у них достаточно много для того, чтобы продолжать сражение еще 2 раунда подряд. Ну, достаточно короткая пауза у нас была. Ну и хорошо. Ну и ладушки. Да, слава богу. Что сейчас мы посмотрим продолжение этого Домиража. Напоминаю, что это последние матчи в рамках отборочных на Катовице. Это сетка лузеров. Команда, которая выиграет здесь, будет сражаться против Envis или G2. Кто там выиграл, я не знаю, не смотрел. Кстати, это не наблюдал за счетом. А, я так понимаю, что... Нет, но я... Да, но я сейчас попробую. G2 выиграли, G2 выиграли. G2 выиграли, они уже ждут в финале лузеров оппонента и, соответственно, решат путевку. Напоминаю, что всего было их 3. Фнатики забрали первую вчера еще, Нави забрали сегодня вторую. И третья отправится либо Музам Хероикам, либо, соответственно, G2, смотря кто победит в гранд-финале. Кейдиан! Нашел этот шот просто через смока, через все решил
выстрелить Валди, убивает Ника Ковача, тот вообще не ожидал, Лоул точно так же упал, это тотальный разгром и Содомия, я не знаю, зачем они брали паузу, потому что она явно никаким образом не повлияла на геймплей Mousesports, даже наоборот, а стоп, Heroic'и, наверное, брали паузу, да, после того, как они проиграли. Возможно, раунд. Скорее всего, именно они взяли и два матчпоинта, и денег-то нет, денег у Mousesports нет. Какой же классный выстрел был все-таки на яму сейчас. Да. Важно. Важнейший даже, возможно. Теки. Теки. Дезерт Игл АВП. Вот такой вот сетап у нас имеется от Mousesports в этом раунде. И Heroic'и решает снова усилять в самом начале раунда. Вот Кэдин занимается одним и тем же. Он просто прибегает на минивэн в начале раунда, дает один выстрел и убегает обратно. В большинстве случаев он дает выстрел молоко, потому что там оппонента тупо нету. Но в этот раз там оказался Оскар. Что самое главное, мол, сейчас потеряли АВП, и Heroic'и не хотят отдавать возможность это АВП забрать. Снэпи здесь рядом, на маленькой кухоньке. Приходит к Деннису. Деннис, конечно, ожидал этого пуша, но его Текна не позволяет забрать снэпи моментально, потому что хедшот он не нанес. Лоу продолжает пушить. Кэдин все-таки теряет АВП на апартаментах, но все равно у Маузов меньшинство. Ника вместе с Лоулом и Спиди втроем. Лоул попробует отстрелить, стыпит, видит флешки и уходит подальше от сражения. Ну, просто очень грустно раунд начался для Mousesports и их болельщиков, потому что они рассчитывали на пик. Оскар пикает и как-то потом уже плясать от этого. А получилось, что они потеряли моментально, без возможности забрать обратно эту АВП-шечку. В итоге они забрали, но опять же потеряли Денниса в этом промежутке. И теперь уже ситуация просто для них печальная. 45 секунд остается и только А. Возможности для перетяжки на Б у них более не будет абсолютно. Но плюс небольшой в том, что только Моди на данный момент в этой точке. Конечно, Вальде совсем недалеко, а вот другие игроки... Другим игрокам потребуется время на перетяжку в зону А. И ну, здесь пик нужен для Ловела. Да, но у Моди классная позиция, потому что он играет чисто на чек. Он умирать здесь не будет, соответственно, могут сделать ретейк 4 на 3. Если бомба будет вообще поставлена, а еще не факт, что это произойдет. Ника врывается просто, внедряется внутрь этого Дельпана. Должен был откидывать Моди, но за него эту работу сделал Спиди. Но тем временем Ника потерял всех своих товарищей и погибает в этом окне. И Mousesports отправляется во своясь, а Heroic'и в гранд-финал сетки лузеров АМ Катовицы, на которой будет у нас проходить на основном канале, поэтому заезжайте на twitch.tv ESL, нижнее подчеркивание Рухаб, нижнее подчеркивание CSGO, там для вас его будут вести Ухо вместе с Инканисом, а мы на этом вместе с Рахимом прощаемся, надеюсь, вам понравилось, спасибо вам, что вы были с нами в абсолютно невероятном числе, 15 тысяч человек.